Милый, слушай, а что, так плохо себя чувствую? Давай доставку еды закажем, а не хочу готовить. Да ты чего? Я сам приготовлю сейчас. Нет, пожалуйста, не надо. Давай лучше доставку еды, а? Так ты чего? Я сейчас сделаю и все. Ты все равно не сделаешь то, что я хочу. А что ты хочешь? Пасту с морепродуктами. О, так это же легко. Что там делать-то? Я сейчас все сделаю. Ты чего? Держи, отдыхай. Ну, что у нас там? Добро пожаловать в наш итальянский ресторан. Как вы и заказывали, паста с крабом. Присаживайтесь. Ух ты! Вот это молодец! Да ты же мой хороший, а! Ребят, сегодня такая классная погодка. Очень хочется на пробежку. Но у меня же нет ни фитнес-браслета, ни этих умных часов. Поэтому я спокойно херачу за винишком. Блин, ты заколебал уже, ты пятую конфету ешь. Ты живот свой вообще видел? Так какой живот-то? Это бомба! Угу. Ну давай тогда взорвем твою бомбу-то уже. Это только через постель. Ты хочешь зажечь фитиль любви? А, не-не, тогда не. Я убежать не успею, фитиль слишком короткий. Иди нахуй!